Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот таких двух замечательных вязаных куколок сестренки Маша и Даша. Вязаны они с головы до пят, то есть волосики из пряжи и точно так же до самых ножек из пряжи. Куклы довольно-таки устойчивые. Я связала балеточки несъемные для того, чтобы обувь не менять. А платьишко и трусики, во что они одеты, съемные. То есть можно, в принципе, навязать любых разных одежд и платьиц, кофточек, штанишек и так далее. Главное, чтобы они проходили сквозь вот эти вот большие ножки. Вот. И можно будет менять, увеличить, то есть гардероб для куколки. Я связала для примера два разных платьица, то есть вы можете посмотреть, как они, вот казалось бы, похожи, но уже по-разному смотрятся. Личико я вышивала, все безопасно абсолютно. Сделала вот такие замечательные ушки, которые украсила сережками-бусинками. Волосы я тоже делала из пряжи, у меня продет каждый локон, то есть внутри нет залысины. Благодаря этому легко будет ребенку расчесывать, куколку заплетать, можно вплетать какие-то бантики, ленточки и так далее. Вот, куколка довольно-таки безопасная, такой можно и спать, и гулять. Вот, в принципе, посмотрите, я наполняла немножечко серединку, поэтому она очень такая вот пластичная, гнучкая. И получается вот такая замечательная подружка для вашей девочки. Вот, конечно же, мы сможем связать с вами вместе для тех, кто хочет мастер-класс. Обязательно комментируйте, оставляйте пожелания в комментариях. Конечно же, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше желающих. И спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Хорошего вам настроения, ровных петелек. Пока-пока!